Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала MiGadget. Итак, ребятки, за обзором прошивок на наши телефоны Xiaomi быстро пролетело время, и пришло время, когда на iOS вышла новая прошивка под номером 12, iOS 12. Вот, поскольку я являюсь владельцем также iPhone, вот, решил быстренько запилить обзорчик на эту прошивочку. Значит, итак, давайте открываем настройки основные. И что мы видим? Так, iOS 12, размер 1,33 гигабайта, большая. Значит, предлагает улучшение в области производительности. Замечательные новые функции в iPhone и iPad. Вот, в программе фото представлены новые функции, которые помогут вам заново открыть для себя и делиться фотографиями вашей медиатеки. Ля-ля тополя, 5-10. Так, функция экран поможет вам и вашей семье лучше понимать и более эффективно распоряжаться временем. Да что ты, купил iPhone и научился распоряжаться временем. Вот, я так думаю, что в следующей модели они уже машину времени встроят нам в iOS 13, поэтому ждите, ждем iOS 13. Так, ребятки, ну и перед тем, как установить, значит, хотел показать вам, значит, для сравнения сразу то, что у нас было ранее. Вот у меня тут кое-что посохранялось. Вот, допустим, давайте смотреть AnTuTu цифры. Вот были 67, 735, запоминайте, да, на iOS 11. Вот были 76. Вот, не помню, на какой версии. Вот видите, они с каждым разом все меньше и меньше, да. Вот сейчас посмотрим, что же у нас будет на iOS 12. Вот, далее смотрим. Ну, фризов, багов как таковых не наблюдается. В принципе, листание всего, открытие приложения, все как бы идет достаточно плавно. YouTube запускается. Хотя гораздо дольше, чем на моем Xiaomi, видите. Но, тем не менее, как бы процесс идет. Напоминает, iPhone 6 у меня. В свое время стоил 49,5 рублей я за него отдавал. Вот, ну, на сегодня считается старичок. Ну, это был мой первый и последний iPhone, который я покупал, потому что платить такие бабки за... Сейчас он новый iPhone 10, какой он там, SX или что, 128 рублей стоит. Да пошли они куда подальше с теми функциями, что... Вот как машину времени вставят, значит, тогда и будем покупать. Вот, ну, тем не менее, девайс нормальный, приложения все работают. Здесь 64 накопитель у меня и 1 гиг встроенный. Итак, давайте обновляться и посмотрим, что же у нас здесь появится новенького. Так, код, извините, не покажу. Оно вам не надо. Так, 22 минуты. Принимаем соглашение. И полетело обновление у нас. Так, делаем паузу, ребят, пока она загрузится. И, чтобы не затягивать видео, потом продолжим. Так, вот запросили обновление. Показывали, значит, что примерно 6 минут будет обновляться, уже 4. Перескочила скорость. У меня подключение Wi-Fi достаточно быстрое. Поэтому не думаю, что этот процесс долго будет продолжаться. Так, ну, после того, как скачается, продолжим. Итак, ребят, пока идет обновление, хотел рассказать немножечко о тех защитных стеклах, небольших аксессуарах, которыми я пользуюсь на своем iPhone 6. Я думаю, вам всем будет полезно это знать. Итак, как мы знаем, iPhone — это первые пошли устройства, где экран 2,5D, то есть закругление по краям, да? Вот, и все-таки на iPhone удалось сделать отличнейшее стекло, которое называется Soft. Вот видите, у него края мягкие. Вот, посередине стекло твердое. Чем она хорошо? У него вот есть закругление вот здесь, если обратите внимание, в торцах. Вот, на 2,5D. То есть, смотрите, экран моего телефона, айфона, защищен до самого края. То есть, за счет того, что здесь такое не очень такое крутое скругление, скажем так, плавное, да? То есть, это позволяет стеклу как бы сделать такой край. На Xiaomi, к сожалению, такое плохо получается. Потому что там закругление очень такое крутое идет, да? И там надо, значит, пластик очень сильно заворачивать. Получается практически там под 90 градусов. Здесь на iPhone немножко другая ситуация.
что позволяет вот такое стекло использовать, и я вот его уже использую на протяжении полугода. Значит, какие косяки? Вот если заметите, да, через полгода вот в этих местах, вот здесь, вот видите, новое, старое, да, оно немножко покрывается мелкой царапинкой. Вот. Снизу то же самое. Но сам экран, как мы видим, полностью защищен. Вот. И это стекло не раз меня спасало, ни одного скола, ничего нет. Вот. А в комплекте с защитной пленкой, да, вот которую я наклеил, видите, под карбон. То есть получается, у меня фактически вся поверхность айфона защищена. За исключением вот этих граней. Ну вот итог. Значит, сколько этому смартфону, не знаю, какого он года, наверное, года 3, наверное, у меня уже ему. Вот, он имеет состояние нового. Его хоть сейчас продавай или отдавай кому-нибудь, детям, да, там. Он имеет отличное состояние, видите, не царапин, ничего. Вот, то есть, абсолютно в нормальном состоянии. Вот. Ежели использовать еще вот с таким самым современным, самым лучшим чехлом, я считаю, на сегодняшний день, чехол 360, вот у меня он такой, с двух частей, резиновый такой, силиконно-резиновый, то ваш iPhone защищен на 100%. Кто хочет беречь и иметь телефон в отличном состоянии, вот рекомендую такие аксессуары использовать. Также есть пленки на экран вместо стекол. Вот, тоже клеится. Ну, естественно, эффекты края будут открыты, да. Есть вот такие на задний экран, на заднюю панель пленки. То есть, тоже можно клеить, использовать это все. Очень хорошо защищает. Вот, есть стандартные стекла. Тоже они достаточно прочные, толстые. Но у них есть тоже один косяк, они не закрывают, значит, углы. Вот, я использовал такое стекло. У него минус, немножко вот здесь пальцы режет, когда используете. Вот когда полностью кружок стоит, никаких таких вещей не происходит. Вот. Все ссылки на все вот эти аксессуары я оставлю под видео. Кому надо, конечно, используйте. Вот рамку я тоже одно время использовал, защитную алюминию, тоже очень хорошо меняет внешний вид. Девайс получает, так сказать, вторую жизнь, да. Вот. Ну, в принципе, можно продемонстрировать, как это выглядит в реале. Вот, можно сейчас садить, потому что она вот, под торцы у него защищены. Вот, сверху, снизу нет, а с боков есть. То есть, соответственно, ваш девайс не поцарапается. Вот, вставляется, одевается очень легко. Сейчас покажу, как это делается. Раз, хоп, и защелкиваете. Вот, кто любит минималистичный стиль такой, да, то есть смотрите, как преображается золотой цвет, то есть смартфон. Вот золотой рамки вообще вид шикарный становится. Вот, ну и естественно, когда он падает, принимает нагрузку на себя, стоит она копейки, там 150 рублей, погнул, выкинул, купил новую. Вот, так, ребят, ну это что касается аксессуаров, пока я вам рассказывал, значит, смотрю, наш девайсик обновился, да. Вот, давайте посмотрим, что же у нас тут дальше происходит. Что же у нас тут происходит дальше? Так. Что-то подозрительно быстро он обновился. Хочу проверить. Так. А, нет, ребят, вру. Видите, еще он не обновился. Еще скачивает, еще ждем. Еще ждем, думаю, что-то быстро оно все прошло. Тогда делаем паузу. Итак, ребят, прошло полчаса. Реально, вот смотрите, 18.56. iPhone нагрелся, просто пипец как. Вот, но обновление завершено. Итак, давайте смотрим вместе с вами, что он тут у нас просит делать. Так, автоматически. Нет, устанавливать вручную. Угу. Добро пожаловать. Так. Ну, что сказать. Для начала посмотрим, давайте, в настройки. iOS 12. Автообновление, видите, вот сразу новое введение появилось, здесь автообновление включено,
Или выключена. Я предпочитаю выключена. Почему? Объяснять не буду, по своим причинам. Так, далее. Заходим в шторку, и что мы видим? О май гад. Ничего не поменялось тут. В шторке. Ну, может быть и хорошо. Так, по плавности хода управления, что сказать? В принципе, хочу сказать, что доволен, сразу говорю. То есть, листание идет достаточно плавно, никаких залипаний, зависаний. Так, вот, YouTube, видим, по-моему, запустился быстрее, ребят, если мне это не кажется, но, по-моему, быстрее. По-моему, запустился быстрее. Так, что посмотреть еще? Давайте посмотрим на какой-нибудь браузер, например, Safari. Так, закладок ничего нету тут у нас, да? Вот, ну, не знаю, что он тут у нас хочет, куда он тут хочет войти, нам никуда не надо. Так. А, ну вот, вкладочку какую-нибудь открываем. Листание идет нормально. Открытие страниц, в принципе, идет тоже более-менее нормально. Так, вот переходим на вкладочку Xiaomi. Так, ну давайте Mail.ru откроем. Mail.ru. Нет, все достаточно плавно. Вот, видите, тут как раз последние новости, достаточно интересные. Президент Путин объявил трагедию российского самолета Ил-20 целью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турции в ноябре 2015 года. Вот так, ребят. Оказывается, не сбили самолет, просто он сам так случилось, что он сам погиб. Говорят, там 20 человек на борту было. Не знаю, это верно, неверно. Ну, мой канал не об этом. Так, ребят, что еще посмотреть? Значит, ну, основные функции мы посмотрели, да? Давайте зайдем в камеру. А, здесь бесполезно заходить в камеру, сори. Уже привык к iPhone, к этому, к Xiaomi. Зайдем в настройки. Зайдем в аккумулятор. Так, здесь вроде ничего не поменялось. Так, ищем камеру. Так, камера. Заходим в камеру, смотрим, что у нас здесь, какие режимы добавились, какие не добавились. Так, 1080-60 кадров есть. Нового ничего не добавилось. Сетка. Так, ну и вроде как, вроде бы как все, ребят. Что? Что я так посмотрел? Сейчас еще запущу тест Antutu. Так, где он тут у нас, Antutu? И покажу вам результаты этого теста, когда они пробегут. Только где он делся? Так, все, ребят, запускаю тест. И когда тест пройдет, посмотрим на результат.
Итак, ребят, как видим, довольно странные показатели. Результаты теста увеличились, 87 стали. А, ну у нас за это время, что мы не тестировали, я вспомнил, Antutu добавляли 10% 7. Поэтому...